Туалетная бумага стоимостью более 500 000 леев. Главному управлению правительственными объектами на закупку этого средства гигиены выделено в 2 раза больше денег, чем в прошлом году. Глава учреждения Анатолий Иванес объяснил для 5-го канала возникшую разницу улучшением качества туалетной бумаги, а также увеличением числа сотрудников. Главное управление правительственными объектами планирует закупить туалетную бумагу на 2024 год на сумму 510 тысяч леев. Согласно данным, представленным на сайте аквизиции МД, необходимо 3 вида этой продукции. 38 тысяч рулонов 100% целлюлозной туалетной бумаги на сумму 165 тысяч леев. 29 тысяч рулонов трехслойной туалетной бумаги премиум на сумму 163 тысячи леев. И 7300 рулонов двухслойной белой туалетной бумаги из высококачественной целлюлозы на сумму 182 тысячи леев. По сравнению с 2023 годом затраты на туалетную бумагу выросли более чем в 2 раза. Тогда на эти цели было выделено 240 тысяч леев. Глава Главного управления правительственными объектами Анатолий Иванес для 5-го канала объяснил разницу улучшением качества туалетной бумаги, а также увеличением численности сотрудников. По его словам, в ведении учреждения находятся 80 объектов. Прием заявок на участие в тендере с 3 по 8 апреля. Отметим, в феврале служба информации и безопасности объявила тендер на закупку туалетной бумаги на сумму 300 тысяч леев.